Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Майское новолуние. Время обновления. Обязательно на зеркале нарисуйте всего один символ. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Каждое новолуние – это мистическое и загадочное время, оказывающее сильное влияние на все живое. В период, когда Луна полностью скрывается в земной тени, вызывая неосознанное беспокойство и делая людей подверженными меланхолии. Интересно, что в эту пору верная спутница нашей планеты всегда находится в том же знаке, что и Солнце, поэтому влияние двух светил взаимно усиливается, позволяя вам задавать направление активности на весь последующий месяц. В мае это особенное время наступает 8 числа 6:24. Что принесет нам этот день? Время новолуния, происходящего в Тельце, запускает процесс обновления человеческого организма, освобождая вас от груза, накопившегося за прошедший лунный цикл. Особенно сильно происходящие изменения будут ощущать чувствительные натуры, склонны к эмоциональной нестабильности. Загадочные энергии новой луны отразятся на испытываемых вами эмоциях, влияя на самочувствие и мироощущение. Повышенная возбудимость может стать существенной преградой для достижения взаимопонимания с окружающими, а усталость, раздражительность и неравновешенность способны не только спровоцировать конфликты с окружающими, но и снизить скорость реакции. По этой причине сегодня нежелательно садиться за руль, особенно если вы не являетесь опытным водителем, а также заниматься деятельностью, требующей ловкости и сноровки. Однако время новолуния также является периодом, позволяющим вам проститься со старым и отжившим, начать жизнь с чистой страницы. В эту пору перед вами открываются хорошие перспективы для роста над собой, самосовершенствования, но принимать кардинальные решения пока не стоит. Вместо этого погрузитесь в себя, подумайте над тем, какие изменения для вас являются желанными и радостными. Спланируйте действия, которые помогут вам достичь желаемого. Используйте это время для саморазвития, достижения гармонии. Не берите за сложные задачи, особенно если не уверены, что справитесь с ними. Как провести это новолуние? Луна в Тельце делает период новолуния более позитивным, позволяя вам строить наиболее перспективные планы, выполнение которых непременно привлечет к вам успех и процветание. Чтобы понять, в каком направлении двигаться, практикуйте медитацию, занимайтесь самоанализом, чтобы заглянуть в глубины своего подсознания. Это поможет избежать неверно принятых решений. Кроме того, время новой луны отлично подходит для следующих действий. Избавление от старых и ненужных вещей. Занятие творчеством, открытие в себе новых талантов и интересов, примирение с близкими, прогулки на свежем воздухе, забота о себе и своем здоровье. Кроме того, время новолуния отлично подходит для расслабления и отдыха, поэтому посвятите свободное время себе и займитесь тем, что действительно нравится и доставляет удовольствие. Как избежать неприятностей? День новой луны может принести не только положительные эмоции, но и неприятные моменты. Однако, если вы проведете это время в полной гармонии с собой, сохраняя позитивный настрой, сложности обойдут вас стороной. Тем не менее, помните, что в эти сутки стоит избегать таких действий, как финансовая активность, покупки, особенно дорогостоящие, не принесут вам ожидаемой радости и могут стать причиной увеличения трат, а инвестиции окажутся убыточными. Поэтому перенесите все операции с деньгами на другое время. Употребление спиртных напитков. В период новолуния ваш организм ослаблен, поэтому потакание вредным привычкам может спровоцировать недомогание. Кроме того, в эти сутки желательно исключить жирную, острую пищу и избегать курения. Хирургическое вмешательство за исключением экстренного. Плановые косметические операции, проведенные в день новой луны, могут вызвать осложнения, которые перекроют эффект от действий хирурга. Повышенная эмоциональность. Чтобы день новолуния принес вам только позитивные события, провести его нужно спокойно, не допуская вспыльчивости и конфликтов. Ссоры, произошедшие сегодня, будут напоминать о себе длительное время, поэтому приложите усилия, чтобы их избежать. Магия новой луны. День, когда спутник Земли полностью скрывается в ее тени, идеально подходит для изменения своей жизни, в том числе магическим способом. Мощная энергетика этого периода делает возможным то, что в другое время казалось практически невыполнимо, позволяя вам достичь невероятных успехов.
Сегодня все ваши желания получают шансы для воплощения в жизнь. Кроме того, сегодня особенно успешными окажутся практики, направленные на очищение организма, освобождение от негативных эмоций, поэтому не упустите возможность оставить все неприятности прошлым. Вам нужно в день новолуния в течение всего дня зажечь 3 зеленые свечи. Их нужно поставить на столе в форме треугольника. Далее, верх треугольника должен быть от вас. В центр треугольника вы должны положить свой кошелек, предварительно из него вытащить все карточки, оставить только деньги. Далее, когда положили кошелек, зажгите свои свечи. После 7 раз скажите: «На вершину поднимаюсь, выше всех обретаюсь. Никому моего успеха не взять, богатство у меня не отнять. С каждым днем кошель мой монетами наполняется, счастьем жизнь моя переполняется. Пустоты и безденежья больше не бывать, изобилию ко мне с каждым днем прибывать, быть посему». Сказать нужно 7 раз. Далее дождитесь, когда свечи догорят. Огарки либо закопайте, либо выбросьте подальше от дома. Все. А кошельком можно пользоваться как обычно. Создаем талисман, который привлекает любовь. Вам понадобится небольшой предмет, который вы ассоциируете со счастливой и взаимной любовью. Выберите его на свое усмотрение, прислушаясь к интуиции. Возможно, это будет брелок с двумя сердечками или безделушка, полученная в подарок от человека, состоящего в счастливых и гармоничных отношениях. Несмотря на положительную энергетику, ваш будущий талисман нуждается в очистке, поэтому поместите его в емкость с сухой солью ровно на час. Когда извлечете изделие, положите на подоконник, чтобы напитать энергией луны. Теперь трижды четко скажите: «Любовь к себе привлекаю, личное счастье обретаю. Пусть в мою жизнь войдет настоящее чувство». Говорим 3 раза. Все. Оставляем предмет ровно на сутки. Через сутки пользуемся по назначению. Омолаживаемся в день новой луны. Для этого ритуала вам понадобится стакан молока. Далее зажгите 4 свечи, поставьте квадратом. В центр квадрата поставьте стакан с молоком. Далее скажите: «Старая луна все плохое забирает, а новая сила меня наполняет, молодостью заряжает. Молоко меня питает, красоты прибавляет, истина». Говорим 3 раза. Далее свечки должны прогореть. Далее данное молоко нужно выпить. Если вы не пьете молоко, то им можно умыться. Также в течение всего дня можно сделать легкую практику. Обязательно на любом зеркале в доме нарисуйте символ бесконечности. Далее, когда будете рисовать, подумайте именно о своем благополучии, о счастливых переменах, которые может принести это новолуние. После скажите такие слова: «Светлые силы мне помогают, счастливые перемены мне подарят». Говорим всего 1 раз, этого достаточно. И вы посмотрите, что перемены обязательно придут.